Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Хотим познать что-то новое, попробовать себя в чем-то новом. И пробуя себя где-то в чем-то новом, каждый из нас может пролететь над гнездом кукушки. Так вот, но мы продолжим пробовать. И ничего страшного нет, если произошел этот полет. Главное, попробовал. Вот. Хочу сказать, что давно слежу за Александром. С начала времен его прайда. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная. Хочу сказать, что в моем углу Али Исаев, Абдулхамид Юсупов, мой старший, мой самый любимый брат Рамазан Исмаилов, Мухаммад Мирзаев, Мирзоев, прошу прощения. Когда эта команда со мной, это непобедимая команда. Если они все вместе, если они рядом, я не знаю, как я должен проиграть. Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто болел. Я хочу сказать всем, кого я расстроил, все, кто ждали моего поражения, хочу сказать вам, я это намеренно. Я намеренно выиграл, намеренно расстроил вас. Так что, спасибо всем! Яй! Да. И еще хочу сказать. Ладно, не скажу. Все. Да, я сделал 3-0. Благодарю руководство лиги. Потому что таким простым парням, как я, из малых городов, практически с уличных условий, выходит и показывает себя на такую арену. Сейчас у нас в топ-10 много достойных ребят, но есть один болтающий, с грязным длинным языком, которого я готов прихватить и дать ему по голове. Это, я думаю, он сейчас вышел с меня. Диего, you next. Прижимает к сетке, отрывает от земли. Очень опасная ситуация, потому что Хосейн угрожает гильотиной. Да, и он умеет ей душить. У него есть победа как раз-таки гильотины, одна из трех. Как мы говорили, и да, заканчивается все. Первая победа очень быстро. С ума сойти, вот это завершение. Только одержал победу и остается нестающим поражением Хосейн. Я хочу пригласить свою возлюбленную в ринг, пожалуйста, можешь выйти? Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я люблю тебя. Согласны ли вы стать женой этого парня? Да. Да, да. Раздельным решением судей победу одержал Маша Тавхоев. Аплодисменты его сопернику. Поднимает Абубакар Вагаев Гаджимурада Хирамагомедова. Благодарит его за поединок. Наверняка Гаджимурад может быть недоволен собой, потому что, в принципе, мы понимаем, как, скорее всего, закончится этот бой. Дома, в котором он находится, по корпусу, и переводит на голову очень тяжело. Начинает защищаться Чистяков. Все! Корпусу. Все!